День добрый, друзья! Одну секундочку, сейчас я наушнички подключу. Что ж, мы продолжим играть в Resident Evil, но для начала я скажу одну вещь. Так, работаешь? Окей. Я тут, знаете, подумал... А чё это... Мат нам запрещают что-то с 1 августа. Как-то это нехорошо, наверное. Поэтому этот стрим и все стримы до 1 августа я буду материться. Так что если там... Ну, вы понимаете, о чем. Если у вас над ухом сидит мамка, то как бы... Не палитесь. Смотрите в наушниках, например. Или не смотрите вообще. Я даже, наверное, буду приписывать 18+ теперь к стримам. Так что, блядь, сука, проебляцкая пиздопроебина. So much fun. Нас ожидает столько веселья. Кстати, где чат? Еще никто ничего не пишет. Пока еще ничего, но я думаю, сейчас народ подойдет и все будет просто изумительно. Возьмем, наверное, зажигалку на кое-что. И возьмем и спустим. Ну, в общем, да, мы продолжаем играть в Resident Evil, гонять Криса Редфилда по особняку, заставлять его бегать туда-сюда и переносить кучу предметов в своих крошечных кармашках. Привет, Спиралдлад. Привет, вот это я не зря решил включить стрим, проходил Resident Evil, зажил, будет интересно за Криса посмотреть. Блин, тут оказывается, знаешь, сколько всего? Если играть на разных сложностях, игра кардинально отличается. Это не просто больше зомби, меньше патронов. Разные ивенты случаются, все происходит вообще по-разному. Это же охренеть как клево. Так что то, что даже если ты сейчас вот увидишь, как я прохожу за Криса, это еще не факт, что... Еще не факт, что ты увидишь как бы вторую часть игры. У тебя еще и Русик, ну пиздец, у меня во дворе за такое убивают нахуй, да. Русик, не, я на самом деле искал даже с русским звуком. Вот это было бы смешно, я чисто по приколу хотел Русик найти поугарнее. Я потому что помню, в третий резидент, когда мы играли, там был дико угарный Русик, где один, короче, супер гнусавый чувак озвучивал всю игру, и это было просто пипец как угарно. Мат — это вроде 16+. Ну, я этого не знаю, понимаешь, поэтому я буду к видосам писать 18+. Потому что мне, блядь, похуй вообще. Ой, какие это будут быдло-стримы вообще. Ну окей, я не постараюсь говорить блядь через блядь, но... Хотя бы, знаете... Да блядь, чё я тут объясняю? Проще ебало всем набить, я вообще не знаю, хуй я несу. Ну это отсылка была к Михаилу МК, опять же, если кто смотрел. Кстати, здорово, Клаус, чё как? Надо тогда скачать себя на PS2 и поиграть с жесткого диска. А, PS2, жесткий диск, я понял. Ты имеешь в виду... Заэмулировать PlayStation 1 на PlayStation 2 с жесткого диска. Как все сложно, да? Куда мы пришли со всеми этими консолями и играми? Столько всякого дерьма. Прикрепи, блядь, жесткий, залей туда, взломай. Пропатчь образ. Заэмулируй локальную сеть. И только потом ты, может быть, поиграешь в какое-нибудь говно, которое тебе вообще не нужно. Намусорил вот ублюдок. Это пиздец. Нахрена тогда нужна зажигалка? В этой игре всего два гребаных камина. Что я должен поджечь этой зажигалкой? Возьмите эмблему. Мне нужна эта эмблема вообще. На PS2 же аппаратная эмуляция PS1. Ну да, да, да. Просто я, когда пытался играть с флешки и через локалку, у меня PS1 не работало. Только с дисков. Ладно, хер с тобой. Вставь обратно это говно, я не знаю, на какой черт оно вообще нужно. И что делать с часами? Я помню, то есть что-то с ними можно сделать, я вот стопудов, я это знаю. Но он ничего с ними не делает. Дожги их нахер, я не знаю, давай.
Кстати, очень интересная картина. Мне кажется, что там Сталлоне нарисован. Портрет женщины, так женщины. Сейчас можно карту поджечь вроде. Какую карту? Карту сдвинуть, поджечь. Что несет вообще? А у тебя, Адам Дед, я так понимаю, PS2 фатка, да? Потому что ведь в слимках нет винта. Но надо ставить эмблему другую. Я понимаю, но у меня просто нет пока другой эмблемы, так что я не буду запариваться с этим. Так, куда мне нужно? Я где-то бросил Ребекку, короче, с пианино. Я теперь не найду, где это место. Почему на карте ничего не появляется? Да, у тебя фатка. У меня слимка, к сожалению, и, соответственно, с винтом не поиграть, это не очень... Ладно, по обычаю я буду просто тыкаться во все комнаты и вообще все. Можно в слимку вставить в жесткий диск, если модель 7-й серии. Я не знаю, какая у меня серия, честно говоря. Я через локалочку играл, то есть PS2 подсоединял к компу через кабель и через там этот софт, короче, играл в образы с компа. Но это дико задротско настраивать. Я недели две, наверное, пытался, парился с гайдами, как это, блядь, настроить уже, наконец. Но, ну да, я в итоге настроил, как оказалось, просто все туториалы, которые в интернете, они, блядь, сука, неправильные. Я все это время тратил впустую. Но потом, короче, я разобрался. Но другой вопрос, который возник. Надо комп всегда включенным держать. И как там особенно форматировать винт, это тоже не очень удобно. С этой собакой что-то не так. Скорость загрузки не та, на жестком диске просто божественно. Ебать, я в стриме, хочу передать привет маме, бабушке, отцу и дедушке! Голбарс! Да, больше мата. Будем протестовать. Аха, Голбарс. Привет, Дарин 112. Сколько травы, чуваки! Я просто уже представляю, мне надо запилить ноускоуп, короче, со всей этой травой. Smoke weed every day. Собака тут, fucks given zero. Привет, командор, Man of Steel, здорово. Как там, Лоис Лейн спас уже? Она перезарядит. Ля, такая трава растет у меня на балконе. Ну чё, ты прикладываешь, когда тебя зомби-то кусают? Так, а что у нас здесь? Все комнаты просто опять сейчас обшарю. А, знаете что? Одна комната, я на нее забил тогда, где портреты висят, и там надо портреты по возрастанию, кажется, людей, которые нарисованы на картинах, нажимать. Надо найти сейчас это помещение. Может, я его даже по карте найду. Я не помню, где оно и что за это дает, но как бы мне по-любому, значит, туда надо. Сколько уже зрителей? 27 человек. А как же, я его курю, это просто в игре вырезали, что курят. А, так, мерцающие потолки, окей. Протест, материмся, хуй пизда жигурда, ёпт. А помните игру, как же называлась? Там что-то было Cold в названии, где, короче, копия Resident Evil 4, но на корабле. Там, короче, русские злодеи говорили про ебляцкое пиздопроёбина. Легендарная фраза просто. А что у нас здесь? А что у нас здесь? Ну тут сейф-рум опять, да? Да. Я пришел в да. Cold Fear, да, все правильно. На PS2 Slim 7 серии Sony забыл убрать контроллер жесткого диска, поэтому можно подключить жесткий диск. Я немного помешанный на PS2, ставил Linux на PS2, я даже в ВК заходил, лол.
Чувак-наркоман. Но зажигалка мне не нужна, нож мне тоже не нужен. Гребень солнца. Команда говорит, что сериал «Сообщество». «Сообщество» — великолепный сериал, один из любимейших. За исключением, по-моему, пятого фейлового сезона. Там был какой-то один сезон херовый, а потом «Сообщество» вернулось, вообще было охренительно. Вот который последний сезон был вообще шикарен. Там было столько клевых серий, где там они играли в лаву и про котят, черт. Бля, The Forest новая альфа подождет сперва стрим. Сперма? Что? Я не понял, что ты сейчас сказал. Ты так понял, ты, наверное, хочешь, чтобы я на стрим поиграл в очередную версию альфы The Forest, но этого делать не буду. Когда выйдет эта сучья игра, последний, блядь, билд, тогда я буду в нее играть. Я ебал эти Early Access'ы. Командор, я вчера подписался и посмотрел Мультреволюцию, время приключения. Будет часть 2. Ну, скажем так, после шестого сезона. Шестой сезон закончится, и тогда я планирую рассказать, о чем я не дорассказал, плюс комиксы затронуть. Ну, это далекие планы, и как бы пока в идеях только. Я это вообще первый раз кому-то говорю. Я не знаю, когда он там закончится. У них опять, небось, будет 60 серий, и дохрена-дохрена. Так что забудь пока об этом. Там, что ли, патроны лежали? Вот новый подписчик, клёво. Всем привет! Чувак специально написал такой упоротый ник, чтобы я пытался его прочитать. FDVDFFVGTRBT. Здорово. Насчет Adventure Time, просто вот какие были последние серии, мне действительно есть о чем поговорить, там возмутиться. Поэтому я решил, что надо будет сделать вторую часть. Шестой сезон как-то подводит. Но я не буду сейчас об этом говорить. Что же делать? Где же я бросил Ребекку? Прожжен шлем. Чёртово дерьмо, опять это место. Когда выйдет топ-10 переоцененных игр? Не знаю. Он у меня в планах. Мне сейчас за блокнотом лень лезть. У меня в блокноте календарь выхода видосов. Он где-то там что-то на конец августа, что ли, назначен? Так, ладно. Где может быть... комната с картинами. Тут я ее, по крайней мере, не вижу. Да? Я помню, как она выглядит. Ну, в смысле, ее план. Как мне заходить? Вот в левом крыле комната похожая, мне кажется. А, вон она, вон она. Значит, мне сейчас спуститься... выйти в дверь. Да, вот там, по-моему, эта комната. Мой канал Pilot Adventure Time. Я лох. Над камином карта, камин надо поджечь. Я пробовал, камин не горит этот. Я пробовал, чувак, серьезно. Не загорелось, не сработало. Бля, The Forest, новая альфа, хуйня. Ты уже изменил свое мнение, чувак? Ага, согласен. Так, куда я пришел? Да, мы идем. Ну-ка, подождите-ка, а вот здесь соседняя дверь, она что, никуда не ведет? Закрыто. Покажешь? Это дверь. Да, по идее, вот это вот. На PS2 можно запускать игры от PS1 в разрешении 1080i и некоторые в 1080p. К играм PS2 это тоже относится, так что графон PS2 может выдать намного выше, чем может показаться на первый взгляд. Да, это правда. Поверьте ему. Всем привет. Здорово, Серс. Давно не виделись, чувак. Мой лучший бро. Самый честный, ответственный подписчик.
Она и ворона! Да пошла она! Я всех ворон перебил. Значит, кто тут есть? Выражение подписано «Конец жизни». Внизу есть кнопка «Конец жизни». Я так понимаю, наверное, это последняя картина, которую я должен нажать. Изображение статного седовласого старика. Блин, каждый раз ведь будет надпись появляться. Значит, старик. Изображение бойкого мальчишки. Бойкий мальчишка — это уже хорошо. Изображение дитя. Дитя, бойкий мальчишка. Улавливайте, как это все. Изображение молодого человека. Дитя, бойкий мальчишка, молодой человек. Изображение новорожденного ребенка. Новорожденный дитя. Бойкий мальчишка. Изображение уставшего человека средних лет. Хорошо. Какая еще тут есть? Изображение подписано. От колыбели до могилы. Ага. Значит, идем. Новорожденный. Врожденный. Да, я, пожалуй, нажму ее. Далее. Тут есть где-то тип. А, нет, статного седовласого старика. Нет, это. Пока нет. А он тут. Бойкого мальчишки. Нет, дитя. Дитя, где дитя? Дай мне дитя. Выражение дитя. Дитя, да. Да. Далее. Бойкий мальчишка. Да. Далее. Тут, по-моему, есть парень. Активное изображение молодого человека. Да. Молодой человек. А потом где-то тут, короче, уставший мужик должен. Выражение уставшего человека средних лет. Да, и дед. Татного седовласого. Да. Ничего, сработало? Конец жизни. Здесь кнопка, хотите нажать ее? Да. Yeah! Я мог бы сам, наверное, отодвинуть странную картину. Блин, у меня уже есть такая хрень. Еще одна. Блин, каждый раз, когда ты заходишь в меню, мне кажется, что мне в Стиме сообщение приходит. Так, ну и многие игры PS2, да, чисто синтетические параметры. Я могу эмулятор от Dendy в 1080 FPS. Здорово, я сейчас перезагружусь, а то ник тупой. А то с чего началось, что разработчики начали Steam выпускать неготовый продукт? Фиг знает. Это не то, намного приятнее запускать на оригинальном железе, это да. Здравия, я не могу позволить себе гребаную Амигу. Ну, Амига — это другой разговор, а вот PS2, не знаю, короче. Все DayZ, все с него началось, наверное. Там тоже есть свои вины. На Амиге, что это за отстой? Это же компьютер! Компьютер для пидоров. Я что за солнце нашел? Гребень звезды какой-то опять. Опять какая-то гомофобия. Что за дерьмо? Где я вообще Ребекку бросил? Ну, PS2 у меня есть. Клево. Все прошел уже. А, тут, по-моему, были собаки, да? Да? Затявкалась. Почему, кстати, не хочешь попробовать поиграть в ремейк на эмуляторе GameCube? Потому что я хочу в оригинал. Я уже вчера полдня объяснял, что мне больше нравится оригинал.
С современным графоном вот такой медленный, убер-медленный и кривой геймплей вообще, ну, никак не смотрится, мне кажется. И появятся звезды, в новый мир откроются... Ну, короче, вставь это говно и уже давайте остановимся. Praise the sun! Ха-ха, да. Когда солнце взойдет на западе, а луна взойдет на востоке, на небе появятся звезды и подует ветер. Тогда врата в новый мир откроются. Как мило. Командор, на твоем канале больше не будут выходить обзор на игры? Не могу сказать, что совсем нет, но вряд ли. Так, ну теперь хотя бы я знаю, для чего нужны эти шестиугольники. Так, где я оставил Ребекку, чуваки? Где я оставил Ребекку? Я не помню, где это место. Может быть, вот в правом крыле... Нет, 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 нет. Окей. Поднимаюсь на второй этаж. С пианином. Да, с пианином. Поднимаемся на второй этаж, возвращаемся в главный холл. Ты же начинал как обзорщик игр. И обзор игр... Я понял, что обзоры игр никому в хуй просто не уперлись абсолютно. Как минимум, такие, которые делаю я. То есть, как бы, которые... Более серьезные, знаешь? Я не могу сказать, типа, профессиональные, но с серьезным подходом сделанные. Скажем так. Потому что если я сейчас скажу профессиональные, у сердца... Сердца просто разорвет пердак, и он опять начнет меня материть. На этой неделе выходит Геракл. Будешь ли ты делать алок на него? Планирую. И на Стражей Галактики, и на Черепашек-ниндзя. Все планирую. Всем привет, я родился. Норм. Может, есть летсплейщики? Будут еще обзоры на Брейнан? Да, там будет 6 их. Вышло сколько? 3? Значит, будет еще 3. Так. Здесь, кажется. Командор жжет. Ну, я сейчас стараюсь свой канал, типа... Не то чтобы прям забивать контентом, но, короче, сейчас, секунду. Так, извините, это позвонили. На чем я остановился? О чем мы вообще говорили? Не помню, короче. Хотя бы изредка будут выходить обзоры игр по особенным случаям. Но раз что это будет реально особенный случай. Кстати, что тут лежит? Я в прошлый раз не взял. А, чертова лента, не нужна.
Если хочешь смотреть обзоры на игры, зайди на канал Дайгам. Ну да, собственно, они же выходят на Дайгаме. Но я так, я просто подумал, что чувак знает, у вас нет ключа от этой комнаты. Привет всем, много пропустил? Да нет. Почему так рано стримишь? Не знаю, родители позже придут, запретят мне стримить, будут меня бить палками. О, ключик использовал. Fuck yeah. Еще патроны. Да не, вечером просто пойдем, наверное, на речь купаться. Я поэтому, пока у меня выпала, минутка свободная. Stay in life. Этот графон не как в Warface. Какой клевый рингтон. Азаза, сердце затралин. Что? Я этого не... Я, как любитель графоса, ненавижу такие игры, но эта игра меня заинтересовала. Какой чувак, я же не писал этого. Я, кажется, слышу вещи. Вещи, которые я не должен слышать. Где ссаная Ребекка торчит, скажите мне? Вот там, может быть? Ладно, идем в другое. Кстати, сейчас позже тоже обзор выйдет. Меня с самого детства пугала анимация открывания двери. Я всегда боялся, что за ней ебака. Ну, на это и рассчитано, кстати. Очень гениальное решение, потому что это одновременно и загрузка следующего уровня, и при этом очень сильное такое атмосферное решение. А, ну да, вот она там дрочит пианино. Могу сюда, я хочу сюда. С какой стороны? Все позакрывались, короче, в комнатах. У кого какая была любимая игра? Когда, в детстве, что ли? Герои 3. Герои 3 всегда любимая игра. Крис! Всегда. Крис! Honey, I'm home. Ну ты научился like же. It? Командор, во время какого обзора ты узнал о Зулине? Блин. Когда он еще про Nintendo DS рассказывал, короче, 1000 лет назад просто. Я не помню, году в 2009, может. Посмотрел Утопию? Нет, только что 5-ю серию посмотрел. Командор, когда на твоем канале появится новое видео из серии Битмассакр? Надеюсь, в сентябре. What is that? Но пока не знаю. Эй, нигде отражение, где Full HD, отписываюсь. Дай ему, чувак. А, вот и другой щит. Возьмете золотая эмблема. А, подождите, а мне сюда придется тащить теперь? Ау! Мне бежать, возвращаться. Кстати говоря, чувак, который перезагружал стрим, чтобы сменить цвет ника, его можно сменить в настройках. Шестеренка такая. Он скорее не цвет ника хотел, а, по-моему, сам ник. С. Это про ранние, про Кинг-Конга, про Симс тогда или топ-5. А вот это я уже не знаю, о чем сказал. Понда Брофист. Ладно, не буду о графоне как мудак, что за игра, кто скажет. Это что ли? Это что, первый Resident Evil? Чувак, ты чё? One Day Animation. Чё, мультфильмы рисуешь? Чё у тебя ник такой? И мы уже говорили, что вообще-то это Last of Us. PlayStation 1 Edition. Вообще-то это для PlayStation 4 Last of Us. Извините за мои отвратительные шутки. Снял цвет ник. Риша 10. Так, стрелок мне пишет. Стрелок. Сталкера обыгрались тут. Ты слышал слух, что седьмая часть может стать эксклюзивом для Xbox One? Да я, блядь, тогда лично найму киллеров, чтобы убили просто боссов Capcom. Хотя вообще-то шестой Resident Evil был таким адским калищем, что мне уже наплевать.
Командор, у тебя есть карта захвата? Я бы с радостью посмотрел на прохождение первого СХ. К сожалению, нет. А стоит она... Стоит, в общем. 1006 она стоит, я приценялся. Так что не судьба. Ну что это? Крис, are you alright? Are you alright? Он даже ей не ответил. Ее фраза звучала настолько тупо, что он решил ее проигнорировать. Да я вообще не фак. Не играл в первую. Вот. Есть ли надежда на Dragon Age Inquisition? В смысле, стрим? А! Нет, ну в смысле, для кого-то, может, есть. Для меня вообще Dragon Age абсолютно не интересен. То есть я понимаю, что там в первом находят, но как-то я им не проникся. Вот сейчас в Divinity играю. Вроде бы все то же самое, только графен хуже. Но Divinity намного прикольнее. А можно стримы записывать? Стримы все появляются у меня на втором канале в записи. Так что не волнуйся. Что глючит-то у меня? Are you all right? Что у нас здесь? Ключик? 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 Покинь партия. Глючит что-то. У меня вот тут на телеке рядом включен стрим. Он работает великолепно. Рад, что у вас интернет совсем хреновый. Тогда я уже ничего не могу поделать. Анимасьон, поставь качество похуже, может. Да, там должна была появиться уже картинка, чтобы качество чуть-чуть... В смысле, кнопочка, чтобы качество... Так, тут, небось, закрыто было с другой стороны, да? Ну, конечно. Где еще я не был? В этом крыле, получается, я был... А, ну вообще-то на второй этаж надо подняться, да? Так, а как это сделать? Тут... Как? Я должен был уже открыть. Сух, пиздец. Неужели разрабы гордятся своим дизайном персонажей в Dragon Age Inquisition? Ты чё? Там же лесба есть полноценная. И гей полноценный. Сук, ты чё, не толерас, что ли? Да я таких, как ты... На Times Square. Долбил, не знаю. В общем, кто хочет заценить один проект на Kickstarter, знакомый скинул ссылку на предпросмотр. В смысле? Что ты имеешь в виду? Ты пытаешься тут пиариться, что ли, за свои мультфильмы? Модный приговор. Модный приговор. Это полиция моды, не с места. Ваши туфли не подходят к вашей прическе. Наказание смерть. Сердце шуткуешь, как модем. Наркомания. Так, я на втором этаже. А, фак. Я на втором этаже, где я тут не был. Кстати, в обеих комнатах. Где? Нет, блядь, сука! В отличие от страшных открываний дверей, лестница вызывает зевоту. Да, очень странно, понимаешь? Ты находишься в особняке, где за любым просто углом на тебя сейчас выскочит зомби, но когда чувак поднимается по лестнице, он смотрит только вниз. Это странно, как минимум. Ну чё, закрыто! Изображён... Подождите, у меня же есть ключ. Ключ особняка, используй его. Сук, пиздец. Значит, это не тот ключ, который мне нужен? Не тот ключ особняка? Цифровая панель. Вы не знаете комбинацию цифр. Сердце, вообще, что такое ник? Не думал. Чтобы я мог говорить сердце.
Так, значит, мне все-таки в другое крыло особняка лошадь, да? Ну, дайте хотя бы дверь открою, чтобы не бегать тут каждый раз. Страшно. Так, куда мне там? Мне тут надо направо. Открыли дверь. О, чудо! Это как Early Access, о чем вы там? А! Демка PlayStation 2. Нет, демки это все же не Early Access, потому что ты игру не покупаешь. Ну, то, ну, в смысле, демку ты покупаешь свою вот игру, которую ты хотел. Кстати, мне кажется, ли нынче разработчики выпускают какашки? Ну, не все, но да, бывает. Но в основном инди-разработчики это те, кто учится делать хоть что-то хорошее. Поэтому от них ничего невероятного ждать не нужно. Просто понимаешь, делать игры стало проще, как минимум маленькие. Есть дофига движков в открытом доступе, и на Unity каком-нибудь можно своять какой-нибудь там проектик нормальный. Вас нет ключа, может быть, это тот ключ? Поэтому начинающие разработчики берут и учатся вот на таких простеньких движках, не обращая на них просто внимания. Хотя некоторые из них выпускают годноту, как, например, Shovel Knight вышла и этой Yacht Games Studio, или как она там называется. Лопаточный рыцарь, да. Когда мультреволюция на Гравити, что? Гравити, и? Рация, и? Вас нет ключа, ну! Пиздец. А как же Hotline Miami? Здоровски это ты загнул. Он был вообще здоровский. Лопаточный рыцарь, да вы чё? Лопаточный рыцарь охеренен был. Откровенно херовые уровни. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ничего не скажу. Я открывал все двери. Вот там одна дверь осталась. Ну вот в верхней части правого крыла, как видите. На втором этаже еще кое-что. Давайте я сразу пойду на второй этаж. Так. Сильно опоздал. Давно стрим идет? Ну, где-то минут 40 мы, наверное, тут уже сидим. Как вы думаете? Играл в Kerbal Space Program? Да, мне на одном из стримов чувак подарил. Мы там посидели немного. Но потом я узнал, что это тоже Early Access и забил. Буду ждать, когда игра закончится. В смысле, они ее закончат уже. Уровень в темноте был нормальным, чувак. Ты придираешься. И панель, которую нужно двигать, это тоже интересный геймплейный такой ход. Волна это отличная игра, только я ее не прошел, потому что платформер не мой жанр. Ну да. Ну как бы понимаешь, даже если ты не любишь платформеры, но тебя Shovel Knight заинтересовал, то это действительно признак великолепной игры. Так, если я пойду направо, там тоже есть одна дверь не открытая. Давайте посмотрим. Командор, го потом легенда по Гримрок. Легенда Гримрок, но мне впадло. Этот чувак все тут лежит. Давно бы уже озомбел и ушел. Так. О, да. Ключ больше не нужно. Выбросить его? Да. Сердце, вообще молчи! Смотрел твою ретроспективу по Castlevania Symphony of the Night, купил в этот же день. Где ты ее купил? Ну, в смысле, наверное, в каком-нибудь PSN, да?
В этот же день прошел половину игры, но никак не смог сохраниться. От этого меня сила бомбанула. Как ты не смог сохраниться? Что значит ты не смог сохраниться, чувак? Без идей, но с хорошими. О, где я? На каком чердаке? Оу, шит! Оу! 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 Этому урон наносит какой-нибудь вообще? Яд! У меня яд, пацаны, что делать? Кто ж знал? А, нет, действительно, я его бью, смотрите. Я же не сохранялся 1000 лет. Я сваливаю отсюда. Да дай мне уйти, скотина. Командор, делай вид, что тебе страшно. Фак! На мне яд, я умру. Мне конец. Яд убьет меня. Где ближайшая комната сохранений? Я не знаю, мне конец. Наверное, вон там. Главное, чтобы чувак вдруг не умер от яда. Ой, да пошел ты! Крис! А, нет, стоп, что это катсцена? Dammit, give me serum! Dammit! I'm sure the serum must be there. I'll be right back. О, кул, я теперь за тёлку играю. Все, я понял, спасибо. Сейчас какие-нибудь новые зомби оживут, что ли? Пэс отвратителен, вот я поддерживаю сердце. В Пэзе вообще геймплея нет. Но... музыка от Disaster Peace реально, у меня в плеере... Вот все это время, которое существует в ФС. Ну ладно, мне еще графика нравится хорошо. Точнее, даже не графика, а детализация. Там вот все эти пиксели, очень-очень много пикселей. Столько пикселей, всех даже не уловить. Там какие-то червячки, даже маленькие пиксельные пририсованы. Это очень здорово. Да и Фил Фиш мудила ебаный. Отхуярил бы биты его. Ладно, я бы никого не отхуярил, потому что... Даже командор признал, да. Да я же обзор делал. Хотя я там, конечно, так мягонько это сказал все. А, я помню. Только 2 против 1. 99. Тут что ли? Мне нужно спешить. А, мне не сюда, что ли? А я думал, мне сюда. Что, багет? Портершафт. Привет, команда, у нас время идет. Мега кактус. Я минут 40 идет, наверное. Сейчас минут через 20 будем заканчивать. Сегодня у нас коротенький. Готовьтесь, кстати, на следующей неделе, я думаю, будет много стримов. Мега кактус, уйди отсюда. А!
Устроили тут срач. Че, никакие собаки на меня не выскочат сейчас? Как даже скучно. Какие-нибудь ивент специально для Ребекки-то подготовили, бэба? Ой, сука, дверь напугал. Такие смешные парни. Двери, двери. Она бы сама могла сбегать, слушайте. Ну, я должен бежать через все эти комнаты, которые я уже зачистил. Ну, окей. Если бы я играл на высокой сложности, я бы забил наполовину зомби и не стал бы их убивать. Тогда в этом был бы смысл, да. В принципе, сейчас я вот уже был бы готов, наверное, игру пройти. На высокой сложности. Нормально. Соник, ты такой смешной! Соник! Саник! Саник! Да, я один вообще пишу. За 45 человек на стриме пишет один One Day Animation. Так, а где это было? А, нет, стоп, я... Может, как-то на следующий стрим постримишь так называемые кинцовые игры, как, например, The Wolf Among Us. Да ну их, нахер они нужны. Я лучше Wolf Among Us сам пройду. Понимаете, если я буду его стримить, я не буду общаться с публикой. Чё, всё, он мёртв? Чё там за ссылка? You all right? Yeah. What happened? You were bitten by a poisonous snake. Are you okay? Ah, my head is killing me. I think you will be all right because I gave you a shot. But please be careful. You saved my life. I owe you one. Nice. Baby, you saved my life. I will save all your orgasms. Командор, какая твоя самая любимая вселенная в играх? Mario Galaxy? Я не знаю. Твоя женщина, его укусила огромная ядовитая змея. Are you okay? Да, ему вообще понадобилось бы новое тело, а не сыворотка. Командор, когда пройдешь Resident Evil, постримь какой-нибудь шутер. Блин, понимаешь, если опять же, если я буду стримить шутер, я не смогу общаться с вами. Мне нужно надыбать, короче, хилок, чтобы замочить это говно. Где были хилки? Где-то на улице. Помните, там дофига травы было? I want you... You want... это было... Где же это было? Он в правом крыле... Где? Ну, наверное, вот в самом правом верхнем углу, видите, такая загинающаяся штука, наверное, там. Как мне туда попасть? Спуститься для начала вниз? Стримить надо неторопливые игры, где есть спокойные моменты, чтобы я мог с вами общаться. Понимаете?
Где там лестница? Dark Souls была идеальной игрой для стрима. Dark Souls мне надоел. Мне кажется, Resident Evil вполне подойдет. Черт, я вдруг понял, я обманул вас. Dark Souls не похож на Castlevania. Если бы я стримил Castlevania, мне тоже было бы тяжело с вами. Визуальный лавелл, бесконечное лето. Нет, чувак, fuck you. Хватит колотить. Семён опять изнасиловал кого-то там, да? Будешь когда-нибудь проходить Resident Evil 4 на стриме? Да хотелось бы, не знаю. Может, куплю как-нибудь это переиздание новое и пройду его. Командор, может, покемонов? Нет, как-то покемонов мне вообще не хочется. Пострим UIMT, будет весело, я гарантирую. Можно было бы вообще. Beyond Good and Evil впадло, я его проходил, но сейчас мне больше не хочется. Так, куда мне идти? Нет, это меня выведет на улицу, мне совершенно в другую сторону. Это закрыто. Делай, что тебе страшно, начинай кричать, как только появится какая-нибудь огромная фигня. Утиные истории, Final Fantasy. Я лучше себя геймпадом от PlayStation 3 трахну, чем буду играть в Final Fantasy, чувак. Так, вот тут дверь, да? Или XCOM Enemy Unknown? Вот вместо XCOM Enemy Unknown я могу трахнуть себя микрофоном. А стрим Кетрин. Команда, расскажи свой адрес, отправлю тебе какао. Я сам могу купить себе какао. Отправь мне кокаин тогда. Можешь отправить кокаин? Героев поиграй. Кстати, можно сейчас Стаса позвать. С ним гонять героев. Лучше отправляй мне игры в Стиме или картриджи отправляй. Но в XCOM только на планшетиках играется. Ну, кстати, на планшетиках может быть. Потому что на ПК в нем вообще геймплея нет. Как в Gears of War играет, только при этом тебе не дают самому стрелять по врагам. ПК он отвратительный. Ну, видишь, сколько у нас общего, а ты чё отгнал на меня? Месяц трав. Почему ты не продолжаешь делать бизнес с Steam? Да чё-то времени нет. Не знаю, надо сесть, что-то подготовить. Да что, ебало разбить за финалку? Ну давай, не знаю. Я сам тебе ебало разобью, ублюдок. Финалка ему нравится. Сука поганая, из-за тебя игровую индустрию просрали все японцы. Согласен за долг 912. Могли бы делать нормальные игры. Они, блядь, никак не могут формулу 80-х годов изменить. Так, чё, идем обратно к змее, да? Ебу за финал. Да ладно, серьезно что ли? Ну окей, седьмая, там может кому-то восьмая даже нравится, но после восьмой это пипец. Купил Стив. С друзьями не прошли всю игру, мне понравился, я даже пол игры не прошел, надоело. Каждому свое. Сука, говори адрес. Да пошел ты, нахер тебе мой адрес. За гаражом в 3, чувак. Завтра в 3 за гаражом, короче. Никаких кастетов.
На ножах деремся. Твои друзья говноед. Категорично. По IP вычислю, давай. Так. Да, что ли? Ну-ка, адрес говори. Может, в страйдер? Опять чувак своим страйдером. Я найду во что поиграть, не волнуйтесь. Если хотите, чтобы я что-нибудь заценил безумное, дарите мне в стиме. Вот как с Барби было. Кстати, я еще должен в Пэта и Мэта поиграть. Обязательно. Может, я тебе аудиосерф подарю? Да я играл в аудиосерф, нафиг он мне нужен. Не, аудиосерф не нужен. Кстати, а старенький Рэймон, который три части без кроликов, по-моему, он на Sony был. Ну, ты знаешь, вот эти платформеры совсем старые, но уже трехмерные, они как-то не очень. Ну, тогда еще кнопок не хватало, ну как, стиков не хватало, чтобы камеры нормально управляться. Те, что на Nintendo 64, норм. Этот, как его, ублюдок. Как это говно называется? Crash Bandicoot тоже норм. А вот всякие второсортные, там, многие Spyro любят, но это бред. Так, я еще жив, я еще не умер. Плохо, все очень плохо. Смотрите, какой хитрый. Чтобы я поиграл, дарите мне в Steam игры. Ориджи тебе не подарите. Ну как бы... Нет. Я же должен что-то со своей работы иметь, чуваки. Вы тоже умные. Я вас тут развлекаю, клоун. А что толку? Все, ушло. Сейчас вот осенью возьмусь за канал. Вообще ничего не буду без денег делать. Ты всегда теперь в ретро будешь играть? Да не, почему? Так, таким образом мы имеем 3 медальона из 4, так? Так. Я тебе сейчас кое-что поехавшее подарю. Блин, мне страшно. А ты потом не будешь требовать с меня денег или что там? Дайте хоть пистолет заряжу. Как ты относишься к карточным играм? К каким? К блэкджеку со шлюхами нормально отношусь. На речке были недавно с чуваками, играли в дурака, было весело. Пострим прямо сейчас. Не, у меня сейчас времени нет, мне идти надо скоро. А чё в этой комнате, кстати, я забыл. Зелёный слоник? Но зелёный слоник ведь только на андроиде! Если ты имеешь в виду коллекционные карточные игры, то не особо отношусь. То есть я никак к этому не отношусь. Я в них не играю. О, кстати, тут же можно отодвинуться. Я тут был, блин. Слишком темно, что... Видимо, вот тут, может, нужна зажигалка. Может, зажигалку нужно в руки взять, да? Чтобы увидеть тут дерьмо. Работаешь гей-шлюхой? Нет. Так, это Леонид, это ты? Партнерку с Твичом никак. 2,5 бакса за подписчика вроде. Там надо намного больше. Там надо, чтобы на стримах стабильно был человек 300. Тогда можно партнерку с Твичом делать. У меня вот 30. Раньше был 20 человек, сейчас 35-40. Уже прогресс. Так. Мать. Ок. Отсосил тракториста. Охренеть.
вы шутники. Гей-шлюха, я б тебя заказал, командир. Ха! Это хорошо, это... Мне льстит. Ты что, дофига мем? О чем вы? Ты не думай, что ты охуенный, просто игра тащит. Ну да. Итак, что мы имеем? Персонаж цел, поэтому это я оставлю тут. Лентой давайте мы, пожалуй, сохранимся. Ленту! Использую ленту. Нужна игра, стилизация под 16 бит плюс стратегия, типа одна игра. Это вопрос? Блин, целый час пропустил. Ну, хоть полчаса еще будет? Нет. Сейчас уже скоро закончу. В описании игру ставь, тогда левые набегут. Надо бы. Я все время забываю об этой фигне. У меня стримы очень такие эти. Спонтанные. Пистолет тоже, наверное, не нужен. Да? Гребень солнца, ну и зажигалку возьму на всякий случай. Сейчас, значит, эти штучки отнесу туда. Тут, в принципе, недалеко, да? Но сначала я схожу вот в то место. Попробую с зажигалкой, может, рассмотреть что-нибудь. Через CyberGame сервера стримить так и не пробовал? Нет. Блин, кто-то приперся, домофон звонит. Но если я пропаду, то стрим окончен. Я не буду открывать домофон, если как бы свои они и сами откроют, а остальных я... Заткнись! Сука, я тебя скажу. Кто там так ломится, реально? Блин, только бы не друзья. Как бы, то есть мы собирались, но... Они рано пришли, если это они. И они позвонили, наверное. Наверное, клиент пришел. Ой, если бы. Так, я туда вообще пришел? Финалку ебал бить пришли. А, вот эти ублюдки. Да идите вы нахер. Да блин, чё они приперлись, а? Как им объяснить, что я стримлю? Идите вы нахер. Придурки. Нахер нужна же зажигалка эта. Вы приперлись-то? Я не могу, я стримлю. Да пусть нахуй идет. Да пошел ты. Да идите в пизду. Нет. 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 Сука, поставь обратно. Они у меня спиздили сетку с окна. Блин, придется с ними разбираться сейчас. Да... Я вот прижал палец за окно. Вот, короче, можете их послушать. Так, окей, чуваки. Ладно, давайте я закончу стрим, а то они не уйдут. Короче, мы встретимся потом.
В следующий раз. Я сохранюсь на этом месте в эмуляторе. Всем пока.